Значит, ребята, очередная полезная информация. Когда снимается коробка с двигателя, нужно открутить, собственно говоря, и стартер, это понятно. И полезно будет знать, что стартер входит на направляющую, которая находится на корзине коробки, на кожухе коробки. Вот. Смотрите, где находится вот на стартере место, вот это вверху, вот это вот отверстие, это, собственно говоря, отверстие под направляющую. Здесь вот два болта откручиваются легко, ну как легко, относительно легко снимается, но из-за направляющей он вам немного нервы-то потрепает. Поэтому при съеме и при съеме, когда вы будете обратно ставить, в общем, коробку, обязательно смажьте направляющую этой не графитовой, хотя бы даже графитовой смазкой, но лучше, конечно, медной. Идемте, я вам покажу на коробке, где находится, собственно, вот эта вот направляющая. И вот эта направляющая, пожалуйста, уже смазанная. Ждет своего часа. Так что будьте внимательны. Нам пришлось брать такую мощную отвертку и вбивать ее между кожухом и стартером, чтобы хоть как-нибудь там разъединить. Потому что монтировочка туда не входит. Там, ну, там щелочка такая узенькая. Двусмысленно прозвучало, я знаю, но тем не менее это правда и это так. Ну, в общем, вот такие вот нюансы вас ждут, если вы будете тоже делать свап, да или просто даже менять коробку, или просто менять сцепление. В общем, при любом снятии коробки вот эта вот штучка вам даст немножко прикурить.